Чебоксарах прошел всероссийский эстрадный конкурс чтецов Всероссийского общества слепых и живое слово. Для участия в конкурсе собрались мастера разговорного жанра из 17 регионов страны. Иди, не береги себя, не сжайся, не плачь, не умиляйся над собой. Пусть не видят глаза, но душа не слепа. Люди с нарушением зрения чувствуют этот мир душой. Слово для них имеет огромную силу. С его помощью можно полюбить, порадоваться, утешить и помечтать. Каждый участник конкурса – настоящий мастер разговорного жанра. Вот я наблюдала за конкурсантами. На самом деле и слушать, и смотреть очень приятно. Звучание чувашского языка на сцене – это целое открытие для участников из других регионов. И здесь родное слово, как пароль для знакомства. Конкурс у нас всероссийский. Приехали из других регионов. И мне хотелось прочитать чувашское произведение. В числе участников Елена Ермакова из Екатеринбурга. В душе она философ. У меня была сборная сюжетно-тематическая композиция «Часы», потому что меня очень интересует проблема времени. Это такой феномен неуловимый, такой и ускользающий от нас незаметно. Выступления на сцене чередовались со встречами с близкими по духу людьми. Разговоры о литературе, обмен опытом. Участники вернутся домой с личным багажом знаний, желанием творить. Это дорогого стоит. Богдана Дойникова, Маргарита Мельникова, Валерий Рязюков, Республика.